Итак, ребята, вчера у нас в Brookhaven вышло новое обновление. И это значит, что сегодня мы будем смотреть все секреты нового дома, которые вы мне написали, которые просто у нас там появились, которые я нашла. В общем, просто куча всего нового. Но прежде чем я буду смотреть секреты нового дома, я думаю, было бы круто переодеться в какую-то супергеройку. В какую супергеройку мне переодеться? Я долго думала и поняла, что, судя по моей шапочке, я должна стать женщиной-кошкой. Поэтому прямо сейчас я написала Catwoman, чтобы получить какой-то реально классный наряд. Вот, например, вот этот. И теперь берем штаны. Берем штаны и, в принципе, ребята, мы готовы. Ребята, я выбрала вот такие штаны. Вы просто посмотрите, как круто я выгляжу. А если вот такие выбрать? Ого! Мне вот этот лук еще больше нравится. Вы посмотрите, а если вот такие? Давайте посмотрим. А, нет, давайте, наверное, вот такие оставим. Смотрите, как клево я выгляжу. Мне очень-очень нравится. Хотя, наверное, может быть, лучше все-таки такие оставить. Было бы, я думаю, прикольно. Ребята, наверное, так оставим. Мне кажется, из меня прикольная вот такая супергеройка. И теперь, конечно, мы выбираем наш последний супергеройский дом. И давайте сейчас посмотрим, что там есть. Что же там за секретики? Секреты, которые вы написали. Ребята, секрет с сейфом, как всегда, никого не выбираю. Потому что ничей секрет не выбираю. Потому что его написало примерно 99% человек из всех комментариев. Тому секрет буду показывать просто. Мы спускаемся вниз. И вот здесь мы нажимаем на кнопку лифт наверх и падаем вниз. Я не знаю, если честно, зачем вообще Wolfpack так сделал. Это супер неудобно. Какой-то бред. А, здесь есть две кнопки. Давайте нажмем на первую. Первая — это телепорт, поэтому спускаемся обратно. Что же у нас за вторая кнопка? Вторая кнопка — это, конечно же, сейф, ребята. Вы посмотрите, это, конечно, сейф. Я супер рада, то, что мы смогли найти. А, и здесь, получается, когда вы нажимаете на эту кнопку, мы снова телепортируемся обратно. Это очень-очень прикольно выглядит, ребята. Мне, если честно, безумно нравится. Не знаю реально, зачем Wolfpack так сделал. Мне кажется, это супер странно, потому что он же сделал кнопку вниз на лифте. Значит, этот лифт должен спускаться вниз. Ну, логично. И то есть он же сделал все. То есть он сделал трубу вот эту, по которой лифт должен спускаться вниз. Но лифт не спускается. И непонятно, почему он реально так сделал. Давайте, наверное, я хочу попробовать еще здесь забагаться. Никто из вас не писал, есть ли здесь какие-то секреты. Поэтому я хочу проверить, либо я просто могла упустить комментарий. Комментариев очень много. Ага, здесь мы просто оказываемся под картой. Прикольно, ребята. Что есть интересного у нашего дома? Во-первых, давайте посмотрим. У нас наша труба от лифта просто торчит вниз через текстуры. Дальше здесь есть еще что-то вот такое вот серое. Это тоже интересно, что это такое. И, в принципе, я думаю, все. Здесь больше нет ничего прям такого. Прикольно, что здесь, когда мы вот так делаем, и вот здесь можно посмотреть на все вот как мы лежим. Мне нравится, ребята. Давайте мы, наверное, телепортируемся обратно. И мы оказываемся вот так наверху. Давайте попросим наш лифт уехать. Хорошо, если лифт спускается, точнее не спускается, вот так, то как вообще тогда подняться вот там наверх? Меня вот этот вопрос до сих пор интересует. Давайте мы сейчас отправимся наверх, чтобы посмотреть, что же там такое. У нас есть точно так же кнопка вверх. Она не работает. То есть логично, что лифт не работает. И как туда вообще добраться? Фиг его знает. И я думаю, что это невозможно. И получается, что на крышу можно попасть только с помощью вертолета, если он у вас есть. Если у вас его нет, то на крышу по факту попасть нельзя, блин. Кстати, хотела заметить то, что в этом доме нет балконов. Это тоже достаточно интересно. Давайте смотреть, что еще. Итак, мы сейчас отправляемся в следующий секрет. Вот здесь, где холодильник и цветок, нам нужно попасть вот сюда, ребята. Посмотрите, мы находимся полностью за стеной. Здесь вот такое пространство. То есть, если мы прыгаем через холодильник, то у нас здесь вот такое пространство. Этот секрет мне написал мой подписчик, который да Food Boom. Он написал: я знаю секрет, вставай на холодильник и иди вперед, и ты будешь за стеной. Поэтому я вот так решила его проверить, и это правда. Все правда, ребята, секрет работает. Кстати, оттуда в эту секретку, я так понимаю, можно попасть не только с помощью холодильника, а вот тут как-то пролезть сбоку. Да, ребята,
Давайте же попробуем здесь это сделать, и мы точно так же можем сделать это здесь. То есть, короче, в эту секретку у нас сразу три аж хода. То есть, либо через холодильник, вот так, через цветок, либо справа, точнее слева, либо справа. Прикольно, секрет работает, да, Foodsboom, спасибо тебе большое, но он не один написал тоже этот секрет. Там очень много ребят, которые тоже не подписались даже. Поэтому секретка работает, секретка крутая. Давайте же скорее проверим следующий секрет, который есть в этом доме, а он есть. Следующий секрет нам написал Cookies. В стене за лестницей есть решетка. Поставь на решетку спальный мешок, и там будет большое помещение. Ты очень классная. Спасибо, Cookies. Еще здесь написал Томш, что этот секрет он написал первый, поэтому я тоже решила, вот если он написал, я не видела, правда, его секрет, потому что там очень-очень много секретов, ребята, вы написали. Но если Томш, ты написал этот секрет, то тогда тоже тебя решила упомянуть. Давайте же проверим этот секрет. Ребята, ну что, мы сейчас под лестницей, и здесь куда-то, где решетка, нужно вставить спальный мешок. Я так понимаю, куда-то вот сюда. Давайте, наверное, попробуем, сейчас будем и в стену пробовать, и, короче, если не найдем с первого раза. Так, реально? Офигеть! Что, блин? Нифига себе! Тут просто гигантское, огромнейшее, блин, помещение! Реально так, ребята, я должна взять фонарик и во всем здесь разобраться. Итак, что у нас здесь есть? Тут у нас решетки, тут просто огромнейшее помещение. Во-первых, тут вот какая-то такая штука. Я так понимаю, что это что-то типа части нашего дома. Итак, смотрим дальше. Здесь реально огромное помещение, которое просто находится, получается, изнутри нашего дома. И здесь просто куча пространства. Офигеть! Cookies и Томш, спасибо вам огромное за этот секрет. Он реально работает. Он реально очень крутой. Здесь просто огромнейшая комната. Я хочу еще сейчас попробовать в этой комнате тоже забагаться. Мне, конечно, кажется, то, что мы сейчас будем где-то под картой, но давайте это проверим вообще, где мы находимся и что тут происходит. Ага, ребята, посмотрите. Я поняла, вот эта нижняя часть у нас как раз сейф. Вот эта часть дома. Но мы не оказываемся прям так под картой. Мы оказываемся где-то вот так. Ай, застреваем, блин, ребята. Так, нужно телепортироваться к дому. Супер, блин, ребята, я могу сказать, что секретки реально отпадные и очень необычные. И спасибо вам большое за то, что вы поделились со мной в комментариях этими секретами. Ребята, ну а чтобы попасть в мое следующее видео проверки ваших секретов, обязательно прямо под этим видео напишите любой интересный новый секрет или баг, который вы знаете. И тогда у вас есть шанс попасть в мой следующий ролик. И обязательно напишите, как вам вообще новый дом, как вам новое обновление. Мне этот дом очень нравится, напоминает дом Тони Старка, который железный там человек, у него тоже было все такое новое, современное и реально очень-очень крутой дом, ребята, напишите в комментариях, как вам.